Серго! Здорово, дорогой! Больной хромой, я к вам поехал. Нет. Чем? Время 5.17. По Тиму уже сколько часов? Сколько, да, мы еще трезвы. Да, уже в пути сколько-то часов. Сколько? 19 часов. 19 часов мы в пути, дорога длинная, снежная, очень сложная. И вся эта суета ради одного гуся. Ради одного гуся, да. Продолжаем наше путешествие. Потрачено 389 литров бензина. Ладно, не надо для всех. Осталось ехать еще 4 часа. Вообще замечательно. Гуся еще. Да нашли уже. Дело за малым, да? Да. Да? Да, нашли гуся. Следим за ним. Следим за ним. Следим за гусиками, смотрим их реакцию, что они делают, как себя ведут. Ну и будем решать, куда в итоге будем садиться. Шеллард возмущается. Шиллард возмущается, что не выпускает из машины. Шиллард, а путевок-то у нас пока нет. Поэтому тебе пока нельзя выходить. Шиллард, нельзя выходить. Всех подал, да. Поэтому сидит пока.
твоей мечты, Сережа. Слева четверка заходит, спокойно. Слева? Слева четверочка идет. Бьем? Гуся взяли! Лариса умница! Вот, сюда. Вот это было классно! Ноте. Мы заканчиваем нашу охоту. Немножко на этом все! С вами был Василий Уткин! Охота окончена! По инерции, Жан! По инерции заряжаю, хочу еще! Но уже все, пора собираться! Я с кем-то в одно время в одного гуся лупанул, блядь. Этот гусь сальто два раза сделал в воздухе. И причем я вторым выстрелом, то есть кто-то его уже бахнул, и я после него. И гусь уже на сальто такой падает, я в него бам, его в обратную сторону. Лимит, блин, все, ну надо же. Вот смотри, вот это гусь, я понимаю. Так, ребят. Пошла движуха, вон еще троечка. Ой, какой... О, бля, вот это вот вообще... Вообще... Ой, как... Блин, какой здоровый красавец. Красавчик. Ой, какой красавчик. Ой, шо ж ты так-то? Мне еще до кучи вещи туда. Ай, красавцы. Сереж, мне было стрёмно стрелять. Вот в этого я мог стрелять, просто над Ларисой не, я... Не, все правильно, я понимаю прекрасно. Я как бы прекратил стрельбу, потому что над Ларисой херачить начал уже. Не надо. Не, ну я стрелял-то вот туда. Не, я поняла. Потом он туда завернул, я просто прекратил стрелять, вот и все. Thank you.
Вот это да! Вот это да! Полим! Вот трофей! Хорошие люди работают.